Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем наши прогулки по городу Волгограду и отправимся на линии скоростного трамвая к Мамаеву кургану. Посмотрим этот замечательный культурно-исторический центр города Волгограда. Пойдемте! Входная группа «Память поколений» представляет из себя стилизованную стену здания, рядом с которой стоят люди, выражающие свою благодарность защитникам Сталинграда и участникам Сталинградской битвы. Очень красивая композиция. Вокруг зелено, ярко. Смотрите, какие красивые цвета. Как деревья, похожие на сакуры, сверху Мамаев курган. Рядом с входной площадью находится 12 тумб. И в них помещена земля городов-героев Великой Отечественной войны. Слева от главной лестницы находится памятная стена с речью Никиты Сергеевича Хрущева, которую он произнес при закладке Мамаева кургана. Здесь же находится молодой парк, раскинувшийся и встречающий своих посетителей уютными деревьями. Подножие Мамаева кургана по его вершине ведут 200 ступеней, ровно по количеству дней Сталинградской битвы. И давайте мы с вами поднимемся по ним и отдадим дань памяти воинам, совершившим переломный момент в Великой Отечественной войне. Аллея пирамидальных тополей находится на искусственном насыпи рядом с Мамаевым курганом. Ее длина 223 метра, а ширина 10 метров. Слева от аллеи с южной стороны находится парк. Он был заложен по инициативе работницы тракторного завода, участницы Сталинградской битвы Лидии Пластиковой. Она посадила здесь дерево в память о муже, который погиб в Сталинграде. Позже тысячи людей последовали ее примеру, и вырос большой парк, в котором сохраняется память о близких, не вернувшихся с войны. Аллея с ее мощными, красивыми, устремленными ввысь зелеными деревьями символизирует свободу и жизнелюбие нашего народа. Как камертон настраивает нас на понимание самой главной идеи памятника Мамаев курган – защите родной земли от фашистских захватчиков. И как многие из вас знают, сама фигура Родины-Матери здесь, на Волгоградской земле, является частью триптиха. Первая скульптурная композиция которого называется «Тыл фронту». Вы можете видеть ее слева, когда рабочие передают воину меч. А последняя, заключительная часть – это всем известный памятник воину-освободителю, установленный в Берлине. И солдат в этом произведении держит в руках девочку и склонил тот же самый меч. Вот такая вот пространственная композиция. Когда я с родителями поехал в Севастополь, я помню, что мы, приезжая на поезде Казань-Симферополь мимо Волгограда, я впервые увидел Мамаев курган и Родину-Мать. Мне тогда было 8 лет. И с тех пор я лелеял в себе желание, надежду увидеть эту красоту. Площадь, ни шагу назад. Здесь, на этой площади, установлен монумент защитнику Сталинграда. Такой обобщенно-собирательный образ воина-освободителя, который стоит в бассейне с водой, который символизирует реку Волгу. И вода, земля дает ему силы освободить родную землю от захватчиков. Здесь же, на этом монументе, есть надписи «Ни шагу назад», вы можете видеть, «Стоять насмерть». Также здесь есть отсылка к 227 приказу, который был издан в самые тяжелые дни Сталинградской битвы. Очень красивые деревья, все пострижено красиво. Могу сказать, что Волгоград производит на меня с каждым часом, который я нахожусь в этом городе, все более и более яркое впечатление. Чистое, ухоженное, красивое место, красивый город, красивые люди. «За Волгой для нас земли нет», написано на этом памятнике. Посмотрите, какая красота. Каждый дом – это крепость. Не посрамим священной памяти. По некоторым оценкам считается, что автор композиции
Утети, что он вековечил здесь, в этом памятнике, образ своего друга Василия Ивановича Чуйкова, который был командующим, взвалил на себя ту самую ношу, непосильную ношу по обороне Сталинграда здесь, на Волге. Надеюсь, у нас встречают стены руины по замыслу создателей мемориала. Они должны символизировать непокоренный, ну пусть разрушенный, но самое главное, непокоренный город Сталинград. Вы можете видеть на этих стенах виды зданий, лица людей, а сверху стоит фигурка солдата, натуральную величину, для того, чтобы понимать масштабы этого грандиозного строения. «Ни шагу назад» написано на левой стене, «Только вперед» написано на правой, за нашу советскую родину. Здесь скопированы и вынесены сюда фразы, лозунги из документов, которые писали в штабах, которые писали в своих заметках военные корреспонденты. Очень потрясающее место, очень символичная фраза на Берлин, виды людей, контуром обозначенные, как бы уходящие уже, но смотрящие на все это уже сверху. Стены эти озвучены. Я немножко помолчу, вы сможете услышать шум атаки, крики, которые здесь можно услышать. Потрясающе, очень сильное, конечно, место. Автомат на шее, действуй. Здесь граната под рукой, отвага в сердце. Там вы можете видеть лестницу, опять же, для сравнения масштабов. Здесь же матросы, танкисты. Потрясающе. И, конечно же, жемчужина нашей страны, города Волгограда. Это родина-мать, к которой мы потихонечку поднимаемся. И здесь не... Не проедешь, наверное, что-то типа такого. Дорога назад закрыта для нас. Наступление, товарищи. Потрясающе. Все они были простыми смертными. Действительно. Давайте посмотрим назад. Смотрите, какая красота здесь. Супер. Стены руины сверху. Потрясающее, конечно, место. Очень красивое. Очень жизнеутверждающее, несмотря на все те трагедии, которые пришлось перенести нашим родным и близким в 40-е годы. А мы продолжаем движение дальше. Поднявшись к мимо стен руин на очередной уровень Мамаева кургана, мы подходим к бассейну, символизирующему реку Волгу. Слева от бассейна на стилизованном знамени описана фраза: «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед». И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Это слова военного корреспондента, автора очерков Василия Гроссмана, который написал свой потрясающий роман «Жизнь и судьба», из-за которого попал в опалу. Автору монумента «Мамаев курган» Вутетичу стоило значительных усилий оставить здесь, на площади героев, эту фразу, потому что ее хотели просто убрать. И тем компромиссом, на который
был вынужден пойти в Утетич, является то, что здесь не указан автор этой фразы. Василий Гроссман, который писал ее в дни событий Сталинградской битвы, обороны Сталинграда. Справа же от меня на площади Героев 6 скульптурных композиций, посвященных событиям Сталинградской битвы. Эти все композиции взяты, скажем так, с реальных прототипов, с реальных действий, которые были здесь, на этой земле, осуществлены, и все они отражают дух и мужество советских воинов. Сейчас я пройду по, скажем так, левому берегу стилизованной реки Волги в виде этого бассейна, и мы с вами посмотрим на эти композиции более подробно. Женщина несет раненого солдата. Там мужчина спасает, поддерживает своего друга, преодолевая усталость. Советский воин с гранатами идет вперед на защиту. Четвертый памятник рассказывает о солдате, который помогает своему раненому командиру руководить боем до последнего вздоха. А здесь вы можете видеть солдата, который забирает знамя своей части из рук погибшего воина-знаменосца. Знамя не может быть утрачено ни по каким причинам. Последняя же композиция аллегорическая. Здесь солдаты, бывалый и молодой, бросают в Волжскую воду гадюку, которую символизируют фашистов. Все устремления представленных здесь героев связаны с Волгой. Они за нее бьются насмерть. Высота каждой композиции 6 метров. Ну а дальше мы с вами перейдем к стене и посмотрим на памятную табличку, за которой на 25-летие Победы заложили капсулу, которую необходимо будет вскрыть к столетию Победы в Великой Отечественной войне. Справа же от этой таблички находятся выписки из приказов Верховного Главнокомандующего. Фрагмент текста, посвященный Победе в Сталинградской битве, который зачитывался по радио и печатался в газетах. Представлены фамилии генералов, которые командовали различными родами войск, участвовавшие в обороне Сталинграда. Вечная слава этим героям. Венчает площадь героев подпорная стена. На гладкой поверхности в виде отдельных рельефных эпизодов показаны основные этапы Сталинградской битвы. Устремленные вперед солдаты, народное ополчение, труженики тыла, которые на тракторных и других заводах ковали победу. И, конечно же, радость победы в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне. Насладившись красотами изображений, которые нанесены на подпорную стену, я предлагаю вам зайти, воспользовавшись подземной галереей, в зал воинской славы. На входе меня встречает медаль за оборону Сталинграда. Такая золотистая на стене. Смотрите, какая красота в виде такой мозаики. И поворачивая направо, я могу видеть, и вы вместе со мной, потрясающий зал воинской славы, который изначально проектировался как панорама обороны Сталинграда. Здесь стилизован вечный огонь, когда рука погибшего передает огонь жизни будущим поколениям. Такая вот красота. В карауле стоят военнослужащие Волгоградского гарнизона. На потолке вы можете видеть ордена Ленина, Александра Невского, Михаила Кутузова. Те ордена, которые у нас в стране, в нашей, существуют. И непосредственно напротив меня медаль героя. Стены этого помещения выложены в золотистой мозаике, а также на стенах присутствуют 34 мозаичных знамени, на которых нанесены примерно, я посчитал, порядка 200-210 на каждом из знамен имени и звания защитника Сталинградской битвы. Всего здесь 7200 человек поименовано, но за всеми ними стоят
миллионы людей, которые просто, конечно, погибли в эти долгие, тяжелые месяцы, если мы говорим про Сталинградскую битву и, конечно, те долгие 4 года Великой Отечественной войны. Вход сюда напоминает вход в блиндаж, трапециевидный, как вы можете видеть. Стоит отметить, что вечный огонь из города Волгограда был развезен во многие другие города нашей страны, в том числе и в наш город Зеленодольск. Обратим внимание на монумент, который посвящен скорби всех матерей, вынужденных хранить своих детей, своих сыновей, погибших в этой ужасной мясорубке. Можете видеть, что лицо погибшего сына этой матери закрыто знаменем. Это высокая честь. А бассейн, находящийся внизу, символизирует слезы всех матерей, всех женщин, которые утратили своих мужчин, своих сыновей, своих мужей в годы этой мясорубки. Потрясающе. Здесь же, с площади скорби, открывается потрясающий вид на скульптуру Родины-Матери. Посмотрите, как красиво. Просто потрясающе. В обрамлении деревьев Родина-Мать смотрится просто восхитительно. Это здание — фактически несостоявшаяся панорама Сталинградской битвы. Бутетич, как я повторюсь, как автор, идеолог всей архитектурно-скульптурной композиции, ландшафтной композиции Мамаева кургана, он в своих письмах, в своих работах показал, что если здесь создать здание Сталинградской битвы, то это придет к тому, что это здание будет доминантой. Конечно же, доминанта здесь одна – это Родина-Мать, которая зовет воинов на защиту. Высота монумента Родины-Мать составляет 85 метров вместе с мечом, а без меча – 52 метра. И до 2018 года это была самая высокая нерелигиозная статуя в мире. В 2018 году построили статую Единства в Индии. Она тоже не религиозная, но ее высота 182 метра. Отметим, что высота Родины-Матери по первоначальному проекту должна была быть примерно в полтора раза меньше. И под эту высоту рассчитывали сам пьедестал для статуи Родины-Мать. Однако Никита Сергеевич Хрущев дал указание, чтобы монумент был выше, чем статуя Свободы в Соединенных Штатах, и поэтому срочно смасштабировали и увеличили размеры с памятника Родина-Мать. Но поскольку пьедестал уже был рассчитан для того, чтобы он был устойчив и никуда не съехал, было принято решение засыпать сам пьедестал и холм вокруг него дополнительно, ну, примерно 8 метрами грунта. И вообще для меня это одна из самых динамичных статуй
особенно таких больших, которые я только в жизни своей видел. А на самом Мамаевом кургане наблюдается удивительное сочетание свежего воздуха, ярких цветов, голубого неба и прекрасных скульптурных композиций и архитектурных форм. Просто замечательное место. И пока мы поднимаемся с вами к монументу «Родина-мать», давайте поговорим об истории создания мемориала «Мамаев курган». Все дело в том, что эта высота, высота 102, она была местом, где располагался штаб 62-й армии под командованием дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова. По его воспоминаниям, тогда на командный пункт, который находился на самой вершине в то время Мамаева бугра, ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы противника. Здесь были разгромлены многие танковые пехотные полки, дивизии противника. И Мамаев курган даже в самый сильный снегопад всегда оставался черным, потому что из-за артиллерийских ударов снег перемешивался с землей. Следует отметить, что когда фельдмаршал Паулюс спросил, где находился командный пункт 62-й армии, и ему сказали, что он находился на Мамаевом бугре, он не поверил, потому что не мог поверить в такую дерзость наших воинов. Первый обелиск здесь был воздвигнут 8 февраля 1943 года, спустя примерно неделю после окончания Сталинградской битвы. Ну а в послевоенное время, конечно же, в голову пришла идея увековечить подвиг советского народа здесь, на Сталинградской земле. Был объявлен всесоюзный конкурс, на который граждане Советского Союза присылали свои идеи. Это были различного рода танки, стоящие на пьедестале, или фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, держащего в руках глобус. Были совершенно утопичные идеи, например, построить вместо целого города Сталинграда огромную пирамиду с шириной основания порядка нескольких километров, сквозь которую бы протекала река Волга, ширина которой, на минуточку, рядом с Волгоградом составляет примерно километр. Но, слава богу, всего этого не произошло, и в конкурсе победила идея Евгения Вутетича, который предложил поставить здесь, на Сталинградской земле, фигуру Родины-матери, которая встречает солдата, пришедшего с войны. В руках женщины должно было находиться знамя, а сам солдат должен был преклонить свое колено, стоя рядом с Родиной-матерью. Но эта идея не была реализована в том виде, в котором она подавалась. По той простой причине, что Вутетич правильно отметил, что несмотря на переломный характер в войне, которую принесла победа в Сталинградской битве, впереди оставалось еще порядка 27 месяцев ужаса, боев, кровопролитий. Впереди было освобождение западных рубежей нашей Родины, освобождение Минска, Киева, Севастополя, Прибалтики, Польши и других стран Европы. И поставить здесь, на Сталинградской земле, памятник, который обозначал бы окончание Великой Отечественной войны, было бы не совсем правильно. Именно поэтому идея была пересмотрена, и вместо женщины, которая принимала с почестями возвращающегося домой солдата, была установлена та самая фигура Родины-матери, которую мы с вами прекрасно знаем. Отметим также, что сам мемориал был торжественно заложен спустя ровно 15 лет с момента окончания битвы за Сталинград, а именно 2 февраля 1958 года. А само возведение мемориального комплекса объединило огромное количество предприятий всей нашей большой страны. Работы начались с разминирования Мамаева кургана. Тогда, в 1959 году, обезвредили более 40 тысяч мин, снарядов и различных бомб, которые падали на эту землю. Сейчас, спустя полных 78 лет с момента окончания Сталинградской битвы, здесь по-прежнему находят неразорвавшиеся осколки. Работают поисковые отряды, в которых в том числе ребята из Казанского авиационного института принимают активное участие. Пользуясь случаем, хочу передать им большой привет и поблагодарить за то великое дело, которое они делают. Спасибо вам, ребята. Скульптурные композиции на Мамаевом кургане появлялись поэтапно. Первой появилась скульптура «Стоять насмерть» в виде воина-защитника, встающего из вод реки Волги. Следом за ней появились стены-руины, а позже площадь героев, подпорная стена и площадь скорби.
Самым последним стал строиться зал воинской славы. Как я уже говорил, на его месте изначально планировалось создать музей-панораму, но Евгений Вутечич, понимая, что это будет вторая доминанта на Мамаевом кургане, настоял на переносе этого музея в другое место Сталинграда. Ну, конечно же, самой главной и долгостроящейся композицией являлась «Родина-мать». Это фигура весом 8 тысяч тонн, из которых 5,5 тысяч тонн составляет вес бетона и 2,5 тысячи тонн – это вес металлических конструкций. Эта фигура является свободно стоящей, то есть она не закреплена к пьедесталу, а просто стоит на нем. Так же, как стоит Александрийский столб на площади, на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга. Но, конечно же, сам по себе Александрийский столб является фигурой осисимметричной, и с его установкой и устойчивостью не было никаких проблем. Здесь же, как вы можете видеть, фигура Родины-Матери является фигурой динамичной. У нее развивающееся платье, развивающийся сзади шлейф и высокий меч, поднятый в руке. Поэтому необходимо было, конечно же, просчитать с технической и технологической точки зрения устойчивость этой фигуры. Чем и занялся один из самых известных архитекторов Советского Союза, доктор технических наук, большой ученый Николай Васильевич Никитин. Он был известен своими грандиозными проектами, такими как Останкинская телебашня, высотка МГУ на Ленинских горах в Москве и, конечно же, фигура Родины-Матери на Мамаевом кургане. Интересным является тот факт, что Никитину разрешили пригласить и создать творческий коллектив из соисполнителей по работам, связанным со скульптурной Родиной-Матери. И самое главное, они должны были выполнять эти работы без отрыва от выполнения своих прямых производственных обязанностей. Ну и также отметим, что в то время, в 60-е годы, не существовало так называемых бетономиксеров для перевозки бетона. И поэтому у водителей было примерно час времени для того, чтобы доставить бетон с завода на Мамаев курган, пока он не потерял своих сцепных свойств. На кабинах грузовиков были закреплены зеленые флажки, обозначавшие зеленый свет, зеленую дорогу. И даже когда их останавливали сотрудники государственной автоинспекции, они говорили им, что они торопятся на стройку, всесоюзную стройку Мамаева кургана. И были случаи, когда отбирали у водителей права, а после этого инспектор сам приходил к нему, извинялся и возвращал права обратно. Ну и, конечно же, давайте поговорим о мече. Он довольно большой. Его масса 14 тонн. Изначально он был сделан из нержавеющей стали с применением титановых сплавов. Все это пошло из авиационной промышленности. Но в силу своей конструкции, которая была, конечно же, рассчитана на авиационную технику, этот меч от сильных волжских ветров здесь, на Мамаевом кургане, вибрировал. И сам монумент как бы издавал такие грохочущие и гудящие звуки. Через несколько лет после открытия Мамаева кургана меч заменили. Но из-за этого просчета доктор технических наук Никитин не получил Ленинскую премию за монумент Родину-Мать, а получил ее лишь сдав, скажем так, государству Останкинскую телебашню. А новый меч имеет специальные прорези в своей верхней части для того, чтобы сильные ветра проходили как бы сквозь него, тем самым снижая ветровые нагрузки. Ну и насладившись красотами на реку Волгу и дальние Заволжье, давайте подойдем с вами к Всесвятской церкви, которая стоит здесь же, рядом с монументом Родины-Матери. Сама идея воздвижения церкви здесь была озвучена впервые в 1993 году, но церковь стала строиться в 2002 году и была открыта в 2005. Она находится на прекрасном зеленом холме с красивыми деревьями. И посмотрите, какая красота вокруг. Голубое небо, прекрасные дали, облака и зеленая-зеленая трава. Чудесный город Волгоград. Посмотрите на
братскую могилу. Это малая братская могила, которая находится рядом с Всесвятской церковью. У дальнего края братской могилы, рядом с храмом, находится скульптура женщины-воина, которая держит в руках лавровые венки и отдает почести воинам, погибшим в ходе обороны Сталинграда. Территория перед храмом ухожена, положена брусчатка, очень зелено, много различных кустарников и яркой-яркой зеленой травы. Это место любят гости Мамаева кургана. Они заходят в церковь, молятся, отдают дань уважения погибшим. Посмотрите, какие красивые купола, и сама церковь устремлена ввысь. Слева же находится прекрасная смотровая площадка на город Волгоград и реку Волгу, а также башня от танка Т-34, основной боевой единицы боевого танка Второй мировой войны. За церковью находится небольшая колокольня. Можно обойти вокруг церкви и насладиться прекрасным видом на город Волгоград. А мы с вами посмотрим на монумент Родины-Мать с этого ракурса. Посмотрите, насколько он красив. Конечно же, композиция «Родина-Мать» и сам Мамаев курган является всемирно известным военно-мемориальным комплексом. Его хорошо знают как в нашей стране, так и за рубежом. И, естественно, любые делегации, которые приезжают в город Волгоград, всегда посещают Мамаев курган и отдают дань уважения защитникам, отстоявшим свободу и независимость всего мира. Ну и, конечно же, сам город Волгоград является живым памятником доблести, мужеству простых людей, преодолевших весь ужас войны в 40-е годы 20 века. И мы с вами должны помнить о том, что сам Мамаев курган был заложен еще до того, как был восстановлен после войны город Волгоград. Современники тех событий говорят, что даже не были закрыты и отстроены здания цехов тракторного завода, каких-то комбинатов в городе Волгограде. Но все силы были направлены на строительство монумента Мамаев курган, по которому мы с вами сейчас с удовольствием прогулялись. Конечно же, Мамаев курган не является темным пятном и ночью. Все скульптуры подсвечиваются, но следует отметить, что при строительстве Мамаева кургана необходимо было установить 50 мощных прожекторов для освещения этой величественной фигуры Родины-Матери. 50 мощных прожекторов были изготовлены на предприятии в городе Калининграде и привезены сюда, в Сталинград. Эти прожекторы под водой светят на 5 километров. Тем самым они были способны подчеркнуть всю красоту этого замечательного монумента. Вид на дорогу, северная часть города Волгограда. Какая здесь красота, ребята. Посмотрите, какой закат. Для вас он желто-оранжево-красный, но на самом деле он фиолетово-розовый. Пурпурно-розовый, марганцовочный. А сейчас мы хотим показать вам красоты города Волгограда и Волгоград-арены, построенные в непосредственной близости от Мамаева кургана. Посмотрите, как ярко переливаются элементы конструкции Волгоград-арены. Это действительно такое красивое сооружение, украсившее как сам город Волгоград, так и вид, который открывается с Мамаева кургана. Хотели мы дождаться подсветки Родины-Матери, но сегодня, 5 мая 2021 года, здесь, на Мамаевом кургане, проводится настройка лазерного шоу, которое подсветит образ Родины-Матери и раскрасит скульптуру в совершенно различные, очень красивые цвета. И мы, конечно же, хотим показать вам эту красоту. Меч окрасили в красный цвет. Сама статуя окрашена в белый. Посмотрите, ребят, какая красота. Родина-мать одета в красное платье. Здесь сегодня, сейчас, у нее даже волосы подсвечены. Постараюсь немножечко приблизить. Смотрите, она блондинка. Держит в руках стальной меч. Одета в красное платье. Различные варианты подсветки Родины-матери. Просто супер, ребята. От всей души рекомендую вам посмотреть на YouTube видео с Дня Победы в Волгограде 2021 года.
Я думаю, что мы с вами получим очень яркое впечатление. Алая. Телефон немножко ярчит, да. Алое на ней платье. И очень интересный металлический такой отцвет от рук. То есть как будто металл. Вот текстуру немножко изменили, фактуру. Да. К сожалению, на видео это не видно, а вживую очень хорошо видно. Она как будто стальная. Такие блики металлические на бицепсах. На руке, да? Блики прям видны. Платье действительно алое, очень цвет необычный, холодный, неоновый. На видео он классический красный, а здесь ближе к малиновому даже. Исключительной красоты, как будто оно сделано из рубина или из какого-то вот жидкого металла. То есть эффект невероятный. Потрясающей красоты город Волгоград ночью. Парк Победы внизу раскинулся, обновленный. Стадион Волгоград, Волгоград-арена весь в огнях, весь переливается. На заднем плане колесо обозрения, на котором мы сегодня кружились, встречает нас яркими огнями. Ну, а мы спускаемся на скоростной трамвайчик, едем дальше. Спасибо этому дню.